Доктор, что мне проверить? У меня хроническая усталость. Часто задают такой вопрос на консультации. С вами Елена Алексюк, врач современной восточной медицины, психолог, биохакер и автор книги «Суперженщина». Подписывайтесь на мой YouTube-канал, ставьте лайки, если видео понравилось, и делитесь ими со своими друзьями. Итак, что же проверить, если есть жалобы на хроническую усталость? Безусловно, уровень 25-гидрокси-Д3, тот самый витамин Д3. Второе, нужно проверить, хорошо ли работает у вас щитовидная железа. И кроме ультразвукового обследования, нужно сдать стереотропный гормон Т4 и обязательно Т3. То, что у нас не входит в протоколы обследования у современных врачей. Но посмотреть это нужно обязательно, иначе вам могут назначить неправильное лечение, и вы, кроме токсичных эффектов побочных препаратов тироксин, не получите ничего. Следующее, что нужно проверить, это уровень половых гормонов в крови или в стероидном профиле слюны, и обязательно посмотреть, что происходит с тестостероном. Безусловно, это только слюна. По крови крайне сложно это будет выяснить. Следующее – это уровень ферритина, проверить также железосвязывающую способность и в ряде случаев растворимые трансферриновые рецепторы посмотреть. Параллельно я обычно смотрю уровень цирреактивного белка, потому что если есть воспаление в теле и высокий уровень ЦРБ, цифры ферритина будут ложно завышены. Следующее, что хорошо бы проверить, это уровень общего белка. И, конечно, он никак не должен быть внизу референса. Дальше это гликированный гемоглобин, потому что если у вас сахарный диабет или преддиабет, а вы про это не знаете, обязательно будет дефицит энергии. Ну и, конечно, стоит посмотреть, а нет ли у вас очагов хронической инфекции. Прежде всего, нужно их убрать в ротоглотке, то есть сходить к лор-врачу, к отоларингологу, и залечить зубы, если у вас есть там кисты, гранулемы, какие-то воспалительные изменения в деснах. В общем, это все, эти все вещи нужно закрыть. Бывает, что есть очаги воспаления в почках. Бывает, есть очаги воспаления в суставах, например, плохо леченная хламидийная инфекция. Вы ее перенесли 30 лет назад, но сейчас она дает знать о себе. Это могут быть герпес и другие представители семейства герпесовых, так, например, вирус Эпштейн-Бар. Для чего это все нужно сделать? Это все очень сильно напрягает работу нашего иммунитета, а иммунная система работает в непосредственной связи с нервной и эндокринной. И если что-то где-то в этих трех системах не в порядке, у вас будет дефицит энергии и хроническая усталость.